солнечного города Сочи. С вами, как всегда, Арина. И Черное море, и Лазаревское, и прекрасное настроение. Ну что, друзья, сегодня уже следующий день, воскресенье, и сегодня хорошая погода, солнечная погода, тепло, прекрасно, 26-27 градусов где-то я посмотрела. И какие сегодня у нас с вами планы? Значит, сегодня я хочу заехать сначала, как всегда, в Валберес. Но мне там что-то немножечко пришло, конечно же. Но самое главное, вы представляете, девочки, так здорово вообще. Я не думала, мы начали обмениваться с вами подарками, оказывается. И сегодня у нас пришла посылочка с Ростовской области. Я еду ее забирать от Яночки Шмелевой. Хочу сразу сказать большое спасибо, благодарность тем девочкам, которые отправляют мне тоже подарки. Мне так очень приятно. Я не знаю, что там. Мне никто ничего не говорит. Это вот, знаете, вот я когда вам отправляю, да, там, победителям, вы мне ссылочку отправляете, и я вам... Так, ага, пропускаем. И я вам отправляю. Я хоть знаю примерно, что там, да, потом... Как бы девчонки делают распаковку, тоже очень все интересно. Но когда мне отправляют, я, во-первых, не знаю, что мне отправляют об этом. И не знаю, что именно мне отправляют. То есть это вообще интересно, я так обожаю сюрпризы. Девочки, я такой человек, я сама люблю делать сюрпризы. А вот, и сюрпризы, они, как говорится, вдвойне приятны, да? И вот не знаю, что там будет. Мы с вами вместе сделаем такой обзорчик, распаковочку. Вот. И далее, какие у меня еще планы? Раз уж сегодня такая хорошая погода, и еще пока работает набережная, а в особенности мое любимое кафе «Фаворит», я решила еще съездить на набережную. Посмотрим, сколько людей. Какое сегодня число? Сегодня воскресенье, девочки. Какое там? Седьмое? Восьмое? Я уже в этих числах путаюсь. И посмотрим, сколько, в принципе, людей на набережной, какое море. И покушаем с вами шашлычок. Очень интересненько, да, у нас с вами сегодня будет обстоять дела. Давай, давай. Ой, какой же ты бэха неугомонный, 23-й регион. Вот знаете, я вот вообще вот, я знаю, что у меня мужчина смотрит, я вот этого понять не могу. А, и вот он меня обогнал и тут же повернул вот где рынок направо. Я думала уж куда-то он там сейчас помчится, просто неизвестно куда он, а он там торопится. Вот понимаете, я вот понять не могу, машин вообще никого нету. Я еду нормально, сколько я ехала по городу? 50. И вот ему надо все равно обогнать, вот все равно, вот знаете, прям показаться ему надо, да, обогнать машину. И все равно вот впереди он взял и повернул направо. Я не понимаю этого. Мужчина, что с вашими мозгами вообще? Что с вашей головой? Почему вы такие какие-то вот быстрые, стремительные? Не знаю, кто там сидел уже, как говорится, внутри. Может, женщина, может, мужчина. Мне кажется, только мужчина так водит. Женщина как-то более аккуратно. Вот. И поэтому смотрю, вот машину, машин поменьше вроде как бы. Сколько сейчас времени? Сейчас где-то время 12. Так, девочки, я как одела вот этот чокер, я его так и не снимаю, он у меня уже как браслет, колечки одела свои тут, видите? Но единственное, я сегодня, девочки, не одевала чокер. Видите, тут интересно, тут ромашки, вот так вот. И одела серьги, потому что у меня здесь рисунок такой, видите, он на белом фоне, длинная такая моя туника, все равно одела шорты, я не могу, где-то нагнешься и все. И, как говорится, это, здрасте, вторая смена пришла. Хоп, и замужем, да, уже? Вот, и поэтому я такая вся упаковываюсь вечно. Такая девочка порядочная. А вот, и... что, только чокер не одела, вот этот вот. Но он сюда не подходит. Он, знаете, вот этот девочки чокер, вот этот такой, да, вот где вот кольцо, это камень вот этот большой. Он больше, вот я обратил внимание, он подходит. В основном по такой стиль, ну, боха, конечно, это этнический стиль, я понимаю, да? Я как бы не особый специалист, но я что-то как бы в этом все равно стараюсь всегда разобраться. Вот.
И он вот этот вот, как галстучек, да, он, мне кажется, он больше подходит под рубашки, когда вот так вот, да, V-образный вырез. Или у вас какое-то платье, ну, хотя бы, не знаю, ну, в общем, какой-то вырез должен быть такой интересный. Ну, или наверх, ну, наверх как-то мне вот не очень. Мне как-то больше вот на тело, когда, да, вот тот чокер, который я вчера купила с вами вместе. В общем, он у меня лежит, остался. Но, по крайней мере, девочки, я осуществила свою мечту. Я всегда говорю, мечты сбываются. И не только те мечты, которые там дома, машины, квартиры. Даже вот такие минимальные мечты. Ну, вот понимаете, ну, висел комплект 8 тысяч. Чокер. А я спрашивала тогда, чокер, кольцо и серьги 8. Ну, думаю, ну у меня столько вроде всего. Ну, может, мне не надо. Ну, может, мне не надо. А сплю и вижу. А хожу и обращаю внимание. Год ходила, обращала внимание. И решила осуществить свою мечту, в конце концов купить, да и не только его, видите, а еще другое кольцо и другой браслетик, мне тоже нравится. Потом вчера, девчонки, вечером я залезла на ВБ, все, Остапа понесло, этнический стиль начал рулить, меня как-то вот вечно на что-то я подсаживаюсь. Вот, я посмотрела, там столько, девочки, всего, боже. И все, и понеслась, душа гулять по ВБ, как всегда. Значит, что там? Серьги какие-то еще заказала, идут. Что-то еще, не помню. В общем, девочки, что-то опять поназаказывала. А звоню сегодня сестре, а говорю, Оль, привет. А, я говорю, как у вас дела? Она говорит, стиралка сломалась. Представляете, вот, девчонки, дело случая, смотрите. У меня сестра, ну, в Подмосковье, да, в ближайшем, все уже знают. У нее сломалась стиральная машина. Ей всего было 3 года. Не знаю, что там было. Она нашла на Авито объявление. Не знаю, кто там, мастера приходили. Представляете? Сделали за 10 тысяч. За 10 тысяч, как она сказала. Проходит 3 месяца, стиралка не работает. А она мне говорит, опять стиралка не работает, не знаю, что делать. Я говорю, позвони мастерам, должна быть какая-то гарантия, ничего себе такие деньги. Она говорит, я звоню, они не алло, слились. Я говорю, нормально вообще. Знаете, все, слились. Поменяли номер и все, содрали деньги. Может, там поломка какая-то на 1000-2000 было рублей, они все содрали. И все, я говорю, ну ладно, что, покупай. Она только буквально, она мне работает в военной части, она не зарабатывает больших денег, как все нормальные люди. Живем, как говорится, по зарплатам, да, и, ну, она еще подрабатывает, она молодец, она шьет шторки там по заказу. И вы представляете, она только взяла дочке телефон через ВБ. Кстати, девочки, присмотритесь, кому детям нужны телефоны, подросткам. А на iPhone она взяла 12-й мини на Валдрис за 30 тысяч. Кстати, она мне даже ссылку скинула, сейчас ссылка есть, кому надо, отправлю. То есть нормальный такой небольшой айфончик, почему нет? Вот, и она говорит, ну, я сейчас айфон взяла, но она взяла в рассрочку, там можно, на Валберес, да. Она говорит, хочу взять стиралку. Позвонила сегодня, говорит, уже не дают. Сказали, одну выплати, потом другую дадим. Но стиралку она какую-то за Samsung нашла за 30 тысяч. Мужа нету, напоминаюсь, одна зарплата, поэтому тоже, как говорится, не так все легко и просто, как кажется. Так, ну что, я сейчас подъезжаю уже к Валберес. Ну что, девочки, я получила подарочек от Яночки. И сейчас мы с вами будем смотреть. Для начала я покажу, что мне пришло. У меня там еще много что идет, конечно же. А вот, и у меня пришло всего 2 позиции. Значит, когда я была на маникюре, Мне понравился, девочки, пошла, закрыла багажник, что у меня там не так закрылось неправильно. Понравился блокнотик, девочка записывала в блокнот. Я говорю, слушай, он такой классный, он такой небольшой у тебя. Она такая сидит, его листает. На 2024 год. Ну, как всегда, они записывают, да, записи.
Я говорю, ну-ка ссылочку мне скинь, я всегда везде хожу, все собираю. Мне тоже так нравится, кто-то что-то вечно находит. И вы представляете, девчонки, ну вот кому там мастера, да, там продаете вы что-то, записываете на прием или там свои записи. Даже в любую сумочку вот войдет вот такой небольшой блокнот. Он как Ростов-на-Дону, кстати, подарок у меня тоже сегодня с Ростова-на-Дону. Но это моя покупочка, вот, планинг датированный написано. А у нее был на 2024 год. Я, кстати, заказала, смотрю, 2025. И, кстати, смотрите, девочки, год змеи будет, тут змея. А змея – это моя. Год змеи – удача. То есть, вообще, смотрите, как шикарно, да? Смотрим, как он внутри сделан. То есть, она так, хоп, открывает. И здесь вот, смотрите, календарь. Кстати, на 2025-2026 год. И вот так вот он сделан. То есть здесь очень удобно записывать по неделям. Я люблю такие еженедельнички. Вот. И я заказала себе тоже. В общем, вот так вот. Так, хорошо. Блокнотик у нас есть. Я, конечно, записываю в телефон, но где-то, если, допустим, надо расписание другое сделать, я еще и блокнот. Ну, мало ли, какие темы, там, расклады и так далее. То есть, все для работы пригодится. И еще я заказала, девочки, вот этого паука. Мне так он понравился. Покажу сейчас. Вот такая коробочка. Металлический такой паучок. Смотрите, какой красивый, девчонки. Ну, конечно, на улице я не буду такой одевать. Только чисто в моей работе. И вы представляете, я была очень приятно удивлена. Я вот эти все вещи, девчонки, я всем дарю потом. Я передариваю всем своим девчонкам, знакомым на любые праздники. Вы представляете, девчонки, цепочка, а там у нас вот жемчуг. Представляете? И цепочка под золото. Кстати, мы же такие покупаем тоже, да, вот, допустим, на море кто хочет, ходит, чтобы не потерять, вот обычное там под золото покупаем и носим. И вы представляете, девочки, такой шикарный паук с черным камнем. Мне он так понравился. Сейчас я его примерю. Кто со мной на другом канале, тот его увидит, естественно. Смотрите, какой красивый паучок. А, кстати, даже почему нет, да? По черное платье даже можно одеть. Такой стиль интересный получается. И вот такой вот камушек прям мне понравился. Кстати, паук, имейте в виду, паук, он идет для богатства. Паук вьет сети, то есть паук приносит деньги. Есть очень много ритуалов, связанных с пауками, с вот с этими нитями, переплетения и так далее. Вообще шикардос. В общем, сейчас я буду с пауком открывать подарки. Ну и посмотрите, вот, девочки, вот, пожалуйста, готовый подарок. Коробочка, цепочка с жемчужинкой. Вообще супер, да? Кому угодно. Вот, поеду на Новый год, буду раздаривать. Очень пригодится. Вот, вот эти коробочки пригождаются всегда. Подарочки туда класть. И вот еще подарочки. Даже я не ношу, как бы. Ну, хотя сейчас я уже все ношу, я смотрю, да? Вот. И сейчас у нас будет с вами, девочки, распаковка с Ростова-на-Дону. Подарка от Яночки. Вот, и у меня здесь три подарка, оказывается. Она мне написала, что два. Я получила три подарка. Я вообще в шоке, девочки. Смотрите, первый подарок. Я вот этот подарок, я просто раскрыла, говорю, третий, это вот. Брать, она говорит, берите все. Я говорю, окей. Мало ли, думаю, может быть, по ошибке. Бывает такое, кому-то заказываете, да, и бывает, отправляете, ну, по ошибке, в другой город кому-то. У меня, допустим, такой был. Я сыну что-то отправляла, или дочке, или сестре. Потом забываю менять город. И в итоге получается, что я еще свое туда отправляю. Ну, они, конечно, отказываются. Девочки, помада. Я вообще в шоке. 33-й тон. Люкс Визаж. Моя любимая фирма. Фирма. И давайте смотреть, что это за тон. Прям мне даже интересно. Потому что я из Люкс Визаж только заказывала розовый цвет. Интересный такой паучок. На достаток. Пускай будет, да? Так. Девочки, как мы делаем себе обереги? Вот что-то купили, и вы сами его нарекаете.
Я нарекаю этого паука приносить мне достаток, весь эти денег, ну, допустим, что-нибудь сами от себя говорите, и так и будет. Или там оберег от глаза, или там оберег от этого, вы сами установку делаете, понимаете? Ой, я даже не писала, девочки, какой же это цвет? Мне прям так интересно. О, какой красивый красный, ничего себе. Блин, вообще красота. Сейчас немножко даже мазану. Там у меня розовый. Перламутровый. Никогда я в люкс визаже не брала красный цвет. Представляете, девчонки, такая красота, ничего себе. Еще раз говорю, какой тон, 33-й. Если кому надо, заказывайте, девочки. 33-й тон. Шикардос вообще. Спасибо большое. Яночка, спасибо огромнейшее. Сейчас я ее отложу, чтобы сумочку кинуть, да? И еще две коробки. Я, честно, вообще их не смотрела. Я не знаю, что там. Вот одна коробочка и вторая коробочка. Сейчас мы с вами вместе будем их распаковывать. Не знаю даже, что там. Вообще не подозреваю. Что здесь вообще написано на коробке? Как всегда, все мелко. Салатный. Салатница, керамика. Ну, в общем, давайте смотреть. Что же там такое? Все упаковано. Смотрите. Так. Вы, девочки, Яночка, вы мысли читаете мои? Я вчера только выбрала себе, выбирала, сидела себе еще одну конфетницу. И смотрела вот на такие керамические салатницы. Но я пока думаю. Пока я, в общем, думаю, мне в адрес уже все приходит. Вот эта красота, вот это все сбывается. Смотрите, сейчас я вам открою. Так. Ой, и себе открою. Ой, какая красота. Прям, представляете, Яночка, это прям салатница вот под одного человека. Максимум под двух, да? Смотрите, что у нас здесь. Салатница. Размер не указан. А тут... Тут тоже... Тут очень мелко. Тоже что-то не нахожу. Какая красота. Кстати, я обожаю вот эти вот все вот орнамиком. Орнамент очень красивый. Кстати, цветочки, смотрите, чтобы расцвет наш не заканчивался. А мы только цвели и пахли, как говорится, да? Я вообще в шоке. Яночка, огромнейшее спасибо. Я вообще в шоке. Я даже не ожидала, вот настолько сохранится это все со мной. Представляете, на долгие-долгие года я буду беречь. Но я потом сделаю какой-нибудь салатик и как раз красиво покажу. Спасибо огромнейшее. Я вообще, честно говоря, в шоке, в шоке. И еще один, третий подарок. Девчонки, вы прям вообще такие молодцы. Тут тоже не знаю, что. Распечатываю, распаковываю при вас. Я не смотрела. Что тут вообще написано? Давайте посмотрим. Подарочный набор с любовью для вас. Вот написано. Теперь смотрим, что же там внутри. Ну что ж там. Так, открываю. Коробочка какая-то там волшебная. Ой, как упаковано прям. Ничего себе. Так, теперь мы это дело вот так вот. Ой, как красиво. Девочки, и Дав. Кстати, Дав я очень люблю. Яночка, ты молодец, прям угодила. Дав я обожаю. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас забота, которую ты чувствуешь. Крем для рук и нежность пудры. Кстати, вот такими дезиками я пользуюсь. Молодец. Я, кстати, разными пользуюсь, но мне нравится Дав продукция. У меня даже есть и крем для рук. Я покупала... Смотрите, девчонки, вообще шикардос. Представляете, какая молодец. Кстати, нежность пудры. Девочки, у меня как-то одно время был нарцисс Родригес разный. И обычный классика, и пудровый мне нравился, и еще какой-то. И, кстати, очень-очень давно они у меня все закончились, только классика нарцисс Родригес остался. Обожаю. Ой, какой же мятный вообще запах, девчонки.
Сейчас как раз. Кстати, у меня, я все время забываю в машину положить крем для рук. Вот это как раз. И вот эта вот штука, она тоже у меня останется по ходу в машине. Потому что всегда это дело нужно, да, девчонки? Сейчас мы проверим. Как раз вот такой вот дорожный вариант. Яночка, вообще благодарю вас. Вообще такая красота. Так, ну-ка. Намазываемся. Ой, как же все вкусно пахнет, девочки. Я вообще в шоке. Обожаю. Спасибо огромнейшее, Яночка. Сейчас еще и шорт сниму. Попозже шорт выпущу, а видео выйдет уже попозже с подарочками от Яночки Ростов-на-Дону. Спасибо огромнейшее. Я очень-очень благодарна. Я очень ценю каждый подарок, девочки. Я вообще, я очень в восторге. И я вас очень-очень-очень благодарю, девчонки, за то, что вы меня поддерживаете. И вот видите, мы с вами подарочками кое с кем тоже обмениваемся. Спасибо огромнейшее. Вот, а я сейчас немножко поработаю и дальше поеду уже на море. Как раз вас возьму с собой. Ну что, друзья, мы с вами приехали на улицу Павлова. Я сейчас направляюсь в сторону моря. Фавориту. Хочу заказать шашлычки. Посмотрим с вами, что там творится на море. Давайте перейдем дорогу. Ну, я вам показываю. Смотрите, парковки до сих пор забиты. Видите? Я повернула, но встала немножко там впереди. Вот, и прогуляюсь сейчас пешочком. Посмотрим, сколько людей на набережной. Ну, я смотрю, люди гуляют. Смотрите, октябрь, да? А еще палаточки продают с вещами. Кое-какие палатки уже закрылись, я смотрю. Вот, люди есть, но не так много. По крайней мере, я сейчас пока наблюдаю время обеденное. Парк открыт, работает. Афиша. 12 октября. Смотрите. Игорь Бочкин, Ирина Алферова. Самая-самая комедия. 11 октября концерт. И это все Россия. Концерты. Мы с вами идем дальше. Что оно там? Так, столовый Орешник работает. У меня скинули, а у вас не скинули. Я сказал 3400. Погода очень комфортная, ну, по крайней мере, не так жарко, как было летом. У нас уже утром, кстати, довольно-таки прохладно. Но я так помню, я спрашивала, что Фаворит вроде как работает до середины октября. Вот, я думаю, что он работает. Я иду, в принципе, не знаю еще об этом. Посмотрим, какие сегодня подписчики нам встретятся. Интересно очень. Да. Смотрите, какая красота в парке. Все зелено, так красиво. Идемте дальше. Сейчас будем уже выходить на набережную.
кто это? Смотрю, мужчина на меня так стоит, смотрит, оказывается, это кто? Это мой подписчик. Так, Андрей Носов. Привет, оказывается, привет, отдыхает привет. Здесь, надо же. Отдыхает. С какого вы города, напомните? С Москвы. С Москвы? Ух ты. И как погода, купаешься? Строго. Да, какая вода-то? Говорят, 23. 23? Ну, теплая, да, еще вода? Ой, надо же, пришла фаворит, и Андрея встретила. Вот это да! Вот это номер, ничего себе! Друзья, я первый раз за все лето сходила в туалет на набережной. 40 рублей. Так, смотрите, какой автомобиль красавчик стоит у нас, да? Идемте на пирс. Посмотрим с пирса, сколько людей на набережной. Надо же, вечно кого-то встречаю, видите? А, вон Андрей тут тоже гуляет, оказывается. Ух ты, ничего себе! Друзья, так это весь июль. Или даже август. Смотрите, сколько людей. Ничего себе. Вот это, да. Ну, конечно, если море теплое, погода 27, конечно, будет людей много, да? Октябрь. Всем привет, с вами Арина. Море Сочи, подписывайтесь на канал. Октябрь, а лето продолжается у нас в Сочи, друзья. Вы посмотрите, какая жаришка и сколько людей. Посмотрите, море плюс 23, температура воздуха плюс 27 сегодня. Смотрим на другой стороне. Смотрите, сколько людей. Я вообще в шоке, честно. Смотрите, и даже много очень купаются, и вода какая чистая, обратите внимание, друзья. Вот это, да, смотрите, вода чистейшая. Подписывайтесь на канал, выигрывайте призы. Каждый месяц дарю подарки активным участникам на канале. Смотрите, какая красота, да, друзья? Вот так вот, а в Сочи лето не заканчивается. Вот так вот, друзья. Так что видите, что происходит у нас, как жарко на улице. Сейчас я пойду смотреть, что в фаворите происходит. Ну, вроде как места там должны быть. А вот. Все-таки хочется еще поесть шашлычок. Смотрите, как красиво, да? Я встала прям, как будто на корабле. По бокам моря. Вообще красота. Супер. Пишите, кто когда теперь в Сочи собирается ехать. Пишите, кто где отдыхает сейчас, если вы где-то на морях. Тоже интересно. Может, где-то за границей отдыхаете. Пишите свое мнение. Очень интересно, кто за октябрь выиграет подарочки. Очень интересно. Я там себе уже фиксирую. Обязательно в комментариях пишите имя и город, чтобы я знала, к кому обращаться, кого поздравлять, друзья. Я чувствую, что, наверное, если погода будет хорошая, я буду как раз на пирсе в конце октября объявлять победителей. Очень красиво здесь все смотрится. Смотрите, как здорово, да? Думаю, я надеюсь, меня слышно. Солнышко, как хорошо. Так, ну что, друзья, я подошла к фавориту. Андрей Носов, как истинный джентльмен, решил угостить. Он и мой подписчик. Ну, я, в принципе, не против, почему нет. Надо же, так неожиданно, сегодня день подарков. Я в шоке, друзья. Смотрите, вообще, вот, решил угостить, видите? Красота, да? Так что вон, друзья, сколько людей. Как всегда, здесь музыка кричит. Ну, и нормально, а тут, в принципе, свободно, видите? Очень даже неплохо.
друзья, я буду с вами уже прощаться. Благодарю Андрея за вкусный обед. Я вам все сняла, что мы там кушали. Все вкусненько и прекрасненько. Андрей был в шоке от цен. Он говорит, ничего себе. Я, говорит, один тут на пятерку где-то посидела, а тут на двоих. В общем, цены тут лояльные. Фаворит он шикарно готовит. И местные даже часто там кушают. Поэтому обратите на этот ресторанчик внимание. А я с вами буду сейчас уже прощаться. Сейчас я уже еду в сторону дома. Вот, мы немножечко посидели, буквально часик-полтора, и, в принципе, разошлись, очень хорошо поговорили. Он со многими блогерами, оказывается, встречается, в общем, так интересно, рассказывает все. Вот, и хочу пожелать вам отличного дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите. А с вами, как всегда, друзья, Арина Море Сочи. Подписывайтесь, пишите свои комментарии, я всем очень рада. Пока-пока!